Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре PCP, винтовка от компании «Дубрава». Это лесник 6-й версии в калибре 7,62, длиной ствола 520 мм. Данная винтовка выполнена в компоновке «Bullpup». И давайте мы с вами познакомимся с ней немного поближе. Интернет-магазин «Попади в десятку». Произведена данная модель российской компанией «Дубрава» и относится винтовка к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Манометр установлен на передней части винтовки и предназначен для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера. Заряжаются снаряды с помощью лотка для однозарядной стрельбы. Роль такого элемента выполняет стандартная свинцовая пуля калибром 7,62 мм. Также вы можете докупить 5-зарядный барабанный магазин. Для произведения выстрела необходимо взвести ударно-спусковой механизм при помощи затвора, расположенного на правой стороне винтовки, и стрельба ведется исключительно в одиночном режиме. Спусковой крючок винтовки оборудован не автоматическим предохранителем, как защита от случайного выстрела. На конце нарезного ствола находится модератор, он же глушитель. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка Вивер 22 мм, наличие которой позволяет установить дополнительное оптическое оборудование. Тыльник у винтовки рифленый для лучшего сцепления с поверхностью плеча. Корпус винтовки изготавливается с использованием современных материалов – легированная сталь и дерево, в данном случае орех. И давайте я расскажу вам и о технических характеристиках данной винтовки. Длина изделия 765 мм, из которых 520 мм – это длина ствола. Калибр 7,62 мм, объем ресивера 280 кубических сантиметров, а вес 3 кг и 500 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 280 метров в секунду. Но на территорию России винтовки поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки этой винтовки не нужны специальные никакие разрешения. Просто приходите и покупаете, но вам, конечно, должно быть 18 лет. И раз уж мы заговорили с вами о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. На этом моменте, друзья, обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Я же хотел бы попросить у вас, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, написали в комментариях, как вам винтовка, ну и возможно, задали какие-то вопросы насчет ее персоны. Я с удовольствием на них отвечу. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем пока и до новых обзоров!